Машеньки, как малепусеньки единорожи. Мы больше не будем, честное слово. Добрый день, вот прошла целая неделя, и мы снова с вами. Мы – это Саша Комлев. И Любава Словолюбова. Обо всех интересных киноновинках мы расскажем в ближайшие 3 минуты, поэтому будьте с нами. Питер Паркер под маской Человека-паука возвращается. И это история о том, что отказаться от любимой, чтобы продолжать спасать мир, не так-то просто. Но обещание отцу Гвен дано, и его нужно исполнить новый Человек-паук уже на этой неделе в кино. Я сделал выбор. Это мой путь. Скоро все в этом городе узнают, каково это – жить в моем мире. В мире, где ты бессилен. Где нет надежды. В мире без Человека-паука. Новый Человек-паук. Высокое напряжение. Береги свои орешки. Так гласит слоган нового мульта про реальную белку. Встретиться с крысенком Бадди и белкой Злюкой вы сможете уже на этой неделе. В мире категория 0+. Мы не какие-то там дикие животные. Не ждали сюрприза, а? Жизнь удалась. Что за... Ничего я нашел, вообще отвал башни. Эй, Злюк! Ты что на завтрак-то ел? Реальная белка. Суровый Арни снова в деле, вернее, вся команда неудержимых. Это история про операцию управления по борьбе с наркотиками. И чем же все это дело закончится, успейте посмотреть последнюю неделю в кинотеатре «Мир». Чтобы остановить картель, нужно выяснить, кто украл деньги. Это мог сделать кто-то из моей группы. Кто-то из своих. Одному из нас платят, остальных отстреливают. Картель похитил вашу жену и ребенка. Мне очень жаль. Скажи Джону, чтобы за тобой приехал. Я их порву. И не забывай, что смотреть кино в кинотеатре «Мир» ты можешь от 80 рублей, а также действуют акции «Мировая среда» и «Фильм дня». А если не хочешь терять время и ездить за билетами, то прямо в интернете ты можешь их заказать. Заходи на сайт и вуаля! Встречайте весну приятным времяпрепровождением. Гуляйте, пейте вкусный чай в баре «Тартуга», а также заказывайте там японскую, европейскую кухню. И не забывайте, что при заказе блюд, напитки вы можете принести с собой. И ура! Самое приятное, что майские праздники вы можете встретить в летнем кафе кинотеатра «Мир». И не забывайте наши явки и пароли. 340-320 – телефон нашего автоответчика, наш сайт в интернете mir56.ru, а группа ВКонтакте так и называется – кинотеатр «Мир». Увидимся где? В кино!